кубок шуток не любит. И хорошо, что ребята очень серьезно отнеслись к этому матчу. Хорошо, что мы забили гол. Дальше стало полегче. А так был очень достаточно напряженный кубковый матч с такими серьезными единоборствами. Хорошо то, что на синтетике никто травму не получил. Такой серьезный. У вас, по-моему, тоже этот парень нормальный же? Вроде попадает. Да. Ну и прошли в следующий круг. Задачу этого этапа выполнили. Дальше. Чемпионат. Все. Что еще?